А уже сегодня открывается другое масштабное культурное мероприятие. Иркутск принимает у себя международный бурятский фестиваль «Алтаргана-2018». Напомню, одно из самых ярких и важных этнических событий региона проходит раз в два года. В этот раз на Алтаргане ожидают несколько тысяч гостей из разных стран и регионов России. В Иркутске работает ведущий АТВ Булат Цзининишеев, и сейчас он выходит с нами на прямую связь. Булат, тебе слово. Здравствуйте, Алексей. Мы сейчас находимся на центральном стадионе города Иркутск. Это дворец спорта «Труд». Именно здесь пройдет открытие международного фестиваля «Алтаргана-2018». Мы сейчас находимся с вами на репетиции этого большого события. С 5 по 8 июля Иркутск и Иркутская область станут центром притяжения бурят мира. Именно здесь пройдет «Алтаргана-2018 года». И уже прибыли первые делегации из Монголии, Китая и Забайкальского края, также Республики Бурятия. Всего обещает быть здесь более 5000 гостей и участников фестиваля. Ну а сегодня, 5 июля, уже начались первые культурные события, которые проходят в рамках «Алтаргана» 2018 года. Это открытие выставки бурятских художников, научно-практическая конференция «Байкальский бренд», каким видит этот байкальский бренд и каким он должен быть. А также вечером сегодня нас ожидает большой спектакль от театра «Байкал. Легенда о Баргуджин-Тукум». Ну а завтра в 6 часов вечера здесь состоится официальное открытие фестиваля «Алтаргана-2018». Алексей.